Здравствуйте, меня зовут Яковлева Анна Мария, я ученица 8 Б класса Ангинска, сошла номер 2. Моя работа называется «Онлайн-игры по Ангинскому ЛУСу». В связи с сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в нашей стране, учеба постепенно переходит в онлайн-режим. Мы столкнулись с проблемой нехваткой цифровых материалов онлайн-игр по изучению своего края. Предполагается, что онлайн-игры по Ангинскому ЛУСу помогут учащимся лучше и легче изучить свой край. Цель – выявить пользу онлайн-игр для изучения Мгинского ЛУСа. Задача – изучить литературу и интернет-источники по данной теме. Разработать серию онлайн-игр по Мгинскому ЛУСу. Проверить, помогают ли они в изучении Мгинского ЛУСа. Наша работа состояла из нескольких этапов. Первый этап – анкетирования. Знаешь ли ты свой край? Анкета состояла из 10 вопросов. В анкетировании приняли участие 20 учащихся 6-7 классов. На втором этапе мы собрали материалы для создания игр. На экране введите вопрос анкетирования. Третий этап – разработка онлайн-игр. Мы создали три игры. Найди пару, викторина, пазлы. Для создания игр выбрали следующие интерактивные платформы. Онлайн-тестпад, Learning Cup, Puzzle It, а также интерактивную доску Padlet, где мы разместили ссылки на игры. Выбрали эти платформы, так как они все бесплатные и в открытом доступе. На своем экране вы увидите интерактивную доску Padlet, где мы разместили информацию про Мгинский ЛУС и ссылки на наши игры. На четвертом этапе мы отправили ссылку интерактивной доски учащимся, которые прошли первое анкетирование. Они сыграли во все игры. После завершения игр они ответили на ранее заданные вопросы по Мгинскому ЛУСу. Кстати, первого анкетирования показали, что учащиеся не очень хорошо осведомлены про свой край. При повторном анкетировании ребятам было легче ответить на вопросы, и это доказывает результаты второго анкетирования. Из результатов анкетирования видно, что знания учащихся по краеведению улучшились. Учащиеся без труда могли пройти задания при повторной игре. Заключение. Проанализировав эффективность онлайн-игр по Мгинскому ЛУСу, мы пришли к следующим итогам. Онлайн-игры развивают память и внимание, так как в игре легко запоминаются материалы, факты, очертания границ, местоположение объектов. По результатам анкетирования до игры учащиеся показали низкие результаты, после результата повысились. По результатам второго анкетирования игра действительно помогает запомнить учебные материалы, местоположение носков на карте. Выводы. Онлайн-игру можно рекомендовать учащимся начального и среднего звена и всем желающим проверить свои знания о крае, в котором живет. Любой человек без проблем может зайти и сыграть по открытой ссылке на игру. Электронные материалы можно всегда добавлять, улучшать. Игру можно использовать на уроках краеведения и географии. В внеурочное время также всем желающим. Спасибо за внимание.